Всем доброго времени суток, с вами снова я, Иван Сусанин, и мы вновь играем в подобие DayZ. Ну, как в подобие? Игра, в принципе, от DayZ отличается только графикой. Все остальное сделано именно под эту игру. Так, а что там такое? Давай-ка мы глянем, что мы собрали. Вот интересно, если я сейчас вот эту вот ягодку съем, зеленая она или какая, мне будет плохо? О, меня опять глючит. Я ловлю кайф. О, мне это нравится. Меня это вообще заводит. Класс. Такой вид. О, вот это да. Вы смотрите, какая ночь. Какое наслаждение. Офигительная жизнь. Вау. Я помню только зеленые, по-моему, или какие там. То ли синие. Синие, наверное. Ягоды. С синих меня так не глючило, как с остальных. Вот с любых других ягод меня вообще вставляло все время. Так что эти ягоды все, буквально все, есть просто нельзя. О, как меня штормит. О, как мне хорошо. Сейчас будет скоро утро. Вон закат. Наоборот, восход. Восход. Восход поднимается. Так, там у нас маяк. Что-то типа маяка. Давайте сходим туда. В общем-то, в большие поселения мне на первым делом заходить все-таки не рекомендуется, на мой взгляд. Потому что большие поселения включают в себя большое количество зомби. А так как у меня в руках нет ничего... Это что, он в гольф играет, что ли? Почему он с флажком стоит рядом? Давайте обойдем его. Нафиг он нужен? Ой, он меня заметил. Ты что, руки тянешь? Не тяни руки, протянешь ноги. Он не защищен, как бывает иногда защищены военные. Сколько его долбит-то? Воу, он меня тоже ударил. Вот падла. Здоровый парень. С обоих рук я ему заряжаю. Да он хоть бы хрена ему. Ну это же зомби, чё ты хотел? Да? Вот только я вижу, только сбоку, когда заходишь, в него можно попасть. А с близкого расстояния это опасно. Он может заехать своими клыками прямо в тебя. Не кусайся, а не кусайся. Чё ты в поле делаешь? Меня вот это вот интересует больше. Сколько кровищи, а? Я всю кровь из него вытащил. Надеюсь, я не зародился от этого. Так, я хочу посмотреть, что это за флажок там стоит. Днем гораздо... более безопасно, а может быть не безопасно, может быть просто менее страшно. О, кубики какие-то. А, это же гольф. По-любому это гольф. А я могу разломать вот эту вот штуку? Нет? Похоже, нет. А это шарики гольфовые. Интересно. Поляна гольфовая, да? Там маяк. Я хочу в маяк сходить. Ближе к маяку посмотреть, что тут у нас есть. В общем-то, о, красные ягоды. Вот, по-моему, красные ягоды у нас самые безопасные. Если мне память не изменяет, но я пока их кушать не хочу. Я их съем потом, если буду очень сильно голоден. Только в этом случае. А тут кусочков, похоже, много. Вот еще красные ягоды.
очень много кустов, так что можно насобирать хотя бы ягод. А раз я... Так, а белых? Белых или какие-то синие? Эти я не буду есть. Так, идем на маяк. Много там народа, интересно, нет? Дорога идет с другой стороны. Или это не дорога? Может, это просто поляна? Облака. Облака. Вон, я вижу этого повара. Это там один там повар, а второй кто? Я надеюсь, там их всего двое, да? Заметил. Как он зеленый, нафиг. Как он быстро бегает, а? Вау, кусается. Кусается, падла. Да ты что кусаешь? Что-то так... Бодается еще, кусается, еще и бодается. Слева, справа ему надо. Он бодается еще. Сама-то хреново. Слева и справа ему заряжать будем. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, парниша. Да сколько ж тебя долбить-то тоже, блин. Эх, зомбачки, мне бы оружие нормальное какое-нибудь найти, что с одного удара сразу его зафигачивать. А-а-а. Конкуренция, конкуренция. Да, добил. Добил я его. Было у него что-нибудь с собой? Нет? Я, похоже, только голоду набрался от этого дела. Так, давайте медленно, потихонечку... Подбежим к этому маяку. Все-таки я даже не знаю. Даже не знаю. Буду ли я способен сегодня выйти отсюда живым. О, там еще один. Блин, их там трое. Елки-палки. Да что ж такое-то? Ладно, давайте руками будем фигачить еще... Еще двух. Поодиночке. Поодиночке. Иди сюда. Иди сюда, парень. Иди сюда. Доктор! Ты доктор? Доктор. Горбленный. О, доктор. Какой ты нафиг доктор? У тебя жизни нисколько нету. Это что такое? О, записка. Right. А что, я ее могу взять или написать? Что? Нет, я даже написать не могу, потому что у меня нету... У меня нету ручки. Пойдем сюда. Еще ягодки. Где ягоды? Вот она. Так, тут еще один был. Секунду, секунду. Так, сейчас вот этой битой я ее захерачу. Так, это что такое? А почему я не могу взять, надеть себе на плечи вот этот рюкзак? Тебе хана, парень. С двух ударов. Вообще нормально так. Так, что насчет... Сори. Почему сори? Что за фигня? Почему я не могу одеть... Ну-ка, 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 ну-ка. В инвентаре. А что если я съем красную ягоду? Здоровье нормально. Воу, радиации только дофига. Во, теперь я одел. Одел себе... Так, я могу его одеть? Equip. Отлично. Теперь у меня есть в запасе
Двойная. Да, класс. Класс, класс, класс. Но у меня радиации дофига. Мне сейчас нужно срочно какие-то таблетки от радиации. Я должен выжить. Еще одна табличка, еще одна бита. А это что? Фонарь? Может быть, тут что-то написано? Так, это что такое? Сэндбокс. Сэндбокс. Так, что у меня в кармане? В кармане у меня все. Все занято. Так, давайте посмотрим по сторонам. Посмотрим, что здесь можно. Ух. Ух. Никакого здания поблизости нету, и мне жрать просто нечего жрать. С радиацией с этой я вообще, то есть если я буду есть эти ягоды, я уверен, я сдохну скоро. А поблизости нет не только домов, но и вообще никого нет. Пойдем туда, в ту сторону. Так, ну-ка возьмем вот эту штуку. А может быть, просто не видно с такой высоты, что тут где-то есть здание. О, еще одна гольфовая. И там еще один зомби. Гольфовая площадка. Так, ну я теперь не боюсь, потому что у меня в руках есть классное оружие. Самое лучшее, наверное, здесь. Эй, парень, привет. Иди сюда, я хочу с тобой пообщаться. Ты что-то вообще мощный какой-то. Ведерко. Ведерко. Ведерко мне пригодится для воды, допустим, да? Так, рюкзак, штаны, штанов нету. Это у нас... О, еще радиация добавилась. Офигеть. Вот что я... Это огрызок, скорее всего, да? Огрызок яблока я съел. Блин, надо же, такая радиация только добавил себе. Ладно. О, вон еще два дома. Пошли посмотрим. Пошли посмотрим, что там может быть интересное. Так, тут столько лунок много. Это точно гольфовый корт. Эй, парень, привет. Ты играешь в гольф, что ли? Привет, привет. Мне хочется с тобой пообщаться. О, в костюмчике, нормально ты. А, интересно, знаете, что мне стало? По-моему, не уменьшается, то есть не ломается бита после того, как я фигачу ей. Вообще не ломается нисколько. Это значит, что я сейчас довольно легко наберу всякого лута нужного. О, опять эти зеленые ягоды. Пускай они будут, да? О, еще один рюкзак. А мне интересно, в рюкзаке есть что-нибудь? Школьный рюкзак. Интересно, ну-ка, если я его одену. О! Прикинь, два рюкзака одел. Класс. Давайте продолжим. А, нет, не два. Этот я... Этот все-таки помощнее, да, школьный рюкзак. Это хорошо. Значит, сейчас будем экипироваться более значительно. Так, там еще один человек. И скоро он меня увидит, нет? Давайте поближе подойдем, посмотрим, как долго он меня не увидит. Я в приседе.
Вот, увидел. Не так долго, кстати. Отлично. Что у нас насчет... Можем мы посмотреть наши очки? Нет, похоже, не можем. Ладно, идем вперед. Тут их дофигища. Смотри, смотри, сколько их тут. О, господи, давайте. Хорошо, если по одному. Их. Так, это что такое? Яблоко. Так, ладно, я пока есть его не буду. Увидел? Иди сюда. Доктор. Доктор Хаус. Иди сюда. Вот и все. О, что это у него? Витамины? Ну-ка. Витамины. Вау. А интересно, что с этих витаминов я... О, радиация убавилась. Класс. Кончились? Кончились. Блин. Ну хорошо, радиация хотя бы немножко убавилась. Еще один идет. Это работники уже. Простые работники. Так, у тебя ничего нету? Ничего нету. О, еще один идет. Парень, привет. С трех ударов. Вообще нормально. А руками я херачил их хрен знает сколько раз. Вот в чем преимущество. Владение оружием. Любым. Ау. Хорошо. Yes, is good. Is very good. Там еще он один. Давай-ка мы вот этого вот. Солидного мужчину. С трех разных. У него ничего нету? Нет, ничего. Ты меня видишь? Я тебя тоже вижу. Привет. Туду. Классно, я его зафигачил. Там еще один доктор. А, нет, это не доктор, это... Это, между прочим... Так, а там что такое? Пеньки? А, там не пеньки, там трубаки лежат. Это повар. Повар. Увидь меня, повар. Повар. Привет, повар. А голыми руками я вообще... о, что-то дает. Что это такое? Фу, гадость. Нахрена я ее съел? Опять радиации добавилось. Ладно. Там машина, что ли? О, там машина. Давай-ка мы сейчас тут вот это все облутаем. Вот это вот все. Добро, которое тут есть. И пойдем так. Тряпки? А тряпки зачем? Интересно, тряпка зачем? Хм, не знаю, зачем тряпка. Наверное, раны заделывать. Это, скорее всего, это медицинский центр переносной. У меня такое впечатление складывается. Картошка! О, ты откуда тут взялся, блин? Вау, все в кровище. Там еще один был. Откуда он был? Больше нету, надеюсь. А то так случайно, блин, какой-нибудь встретится еще. О, фонарик есть. Круто, это что? Магазин? Магазин, отлично. И фонарик. Блин, фонарик ложить некуда. Давай тогда вот эту вот штуку съедим. Блин, радиация опять. Ёлки-палки, да что ж такое-то?
Я уже 91% радиации нафиг. Фигачится меня. Но я все еще живой почему-то. Странно, да? Так, давай-ка посмотрим, что мы можем тут. Если я съем. Жажда убавилась, но радиации не добавилось. Это класс. Отлично. Стиральная машина. Так, ладно. Больше никого нету. А давай попробуем сейчас вот этим оружием. Оружием, не оружием. Открыть нельзя. Взломать дерево. Сломать. Просто хочется попробовать. Получится, нет? Что-то этим, наверное, вряд ли. Дубинкой. Там вон машины стоят, по-любому. Сейчас, если бы в нем, в них еще был бензин, было бы вообще классно. Нет, наверное, все-таки простой палкой дерево не срубишь. Проблема. Две машины. Скорая помощь. Скорая помощь. Блин, там он, эти зомбаки тоже стоят. Ёлки-палки, без них никуда. Авария произошла, видимо. Еще один доктор. Может, витамины даст? Шеф, привет. Нету больше никого? Эй, доктор, 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 помоги, доктор. Блин, там двое идут. Ну-ка, давай-ка по переменке вас всех. Кто вперед? Вот, приложился. Ничего у них нету. Водилы какие-то голышом ходят, нафиг. Так, бензин есть в машинах? Сколько машин, а? Антибиотики. Так, подожди, дай-ка я... Полицейская машина еще стоит. Что-нибудь выкину? Вот это вот. Нотте. Нахрен он нужен? А, возьму антибиотик. Так, антибиотик. Давай-ка мы его примем. Этот самый антибиотик. О, как смотри, как классно, а. О, да-да-да-да-да-да-да-да-да, как стало хорошо. Еще бы парочку таких антибиотиков. Это патрон? Это что? Тряпки. О, полицейский! Еще и полицейский здесь, ну. Охренели совсем, ребята. Пистолет есть у тебя, нет с собой? Что, нету, что ли, пистолета? Как так? Так, надо посмотреть, какая машина. Сколько бак? Ну, в принципе, у меня этот есть. Это что такое? О, вода, 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 да, вода, вода. Вода мне нужна. Так, давайте что-нибудь выкинем. Вот, допустим, вот те же самые ягоды. И возьмем воду, да. Сразу выпью воду. Воды надо, срочно мне нужна вода. О да, о да. Вечереет. О, еще один патрон. Это что такое? Баллон. Баллас. Так. Ну что, на какой тачке поедем, господа? Давай-ка сядем на полицейскую, наверное. Чё она не едет? Нет, я не могу на ней.
А это тоже не могло. А чё машины-то стоят? О! Мне эта штука нужна. Так, тряпки нет. Давай попробуем вот эту штуку. Если с нее ничего не будет плохого. О, радиация растет. Нахрен надо. Выбрасываем, выбрасываем. Вау, мне хана. Если я не успею сейчас принять вот эту штуку. Мне хана. О, все, похоже, радиация меня съела. Блин, машина. Елки зеленые. Вот мне не повезло-то сегодня, а? Так, давайте вот это тогда попробуем. О, нет. Фу, осталось жить несколько секунд. Всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Я надеюсь, вам эта игра понравится. Мне она почему-то вообще прикалывает. Попробуем в нее поиграть. Но уже в следующей серии сегодня я опять помер, как всегда. Всего доброго, пока.